Дорогие земляки, 3 года своей истории Днепропетровская область развивается под руководством нашего президента Виктора Федоровича Януковича. За это время Днепропетровская область получила реальную возможность приумножить свою славу региона-лидера, промышленного, культурного, образовательного центра. Ряд президентских реформ, направленных на развитие страны и улучшение жизни украинцев, дал региону новые перспективы и новые возможности. Сегодня, сохраняя свое великое прошлое, наша область идет в ногу со временем и даже опережает его. Днепропетровщина показывает высокие достижения в реализации социальных инициатив нашего президента. В области активно развивается система здравоохранения, образования, внедряются новые технологии и используются инновационные подходы. Создаются новые рабочие места. Увеличивается социальная адресная поддержка, упрощается ведение бизнеса. Открываются новые школы, детские сады, строятся больницы и ремонтируются дороги. И это лишь не полный список всех тех изменений, которые стали возможными для Днепропетровской области под руководством нашего президента Виктора Федоровича Януковича. В 2013 году при поддержке президента и правительства будет продолжена реализация крупных инфраструктурных проектов, строительство Днепропетровского метро и объездной дороги вокруг областного центра. Продолжится историческая реконструкция Новомосковского Свято-Троицкого собора, откроется радиологический центр. В 2013 году будет продолжен ремонт дорог, реконструкция и строительство детских садиков, школ, больниц и объектов ЖКХ. За эти 3 года получен уникальный опыт реализации масштабных программ развития. Эти программы, эти реформы дают системный эффект для всей экономики. И главная наша цель, чтобы этот эффект почувствовали люди. Каждый наш шаг и вся наша работа направлены исключительно на это.